Это Илья. Ему 9 лет. Илья живет в Нижнем Новгороде. У Ильи аутизм. В России 90% детей, таких как Илья, остаются за рамками социальной жизни и системы образования. Таких детей считают необучаемыми и неспособными к развитию навыков общения. В России очень мало доступной информации про людей с особенностями развития. В итоге в российском обществе сформировалось стереотипное отношение к людям с трудностями в обучении. Поэтому Илья и его мама редко выходили из дома. До тех пор, пока Илья не начал посещать занятия в Центре поддержки семьи «Обнаженные сердца». Он стал более усидчивый. Лучше стал усваивать программу, потому что мы еще находимся на домашнем обучении в школе. И то есть он хорошо стал усваивать. Он за 3 месяца выучил алфавит. Сейчас научился писать, читает вывески, пытается читать книги уже. Кирюша в доске. Считай бомбы. 8. Да, у нас проблема была с друзьями. Не было у него друзей. В основном таких детей, что получается, что сидим в квартире, но выходим с родственниками встречаться, погулять. А здесь у него появились друзья. По последним данным, один из 68 детей по всему миру имеет расстройство аутистического спектра. К сожалению, в России этим детям и их родителям некуда пойти. Наш центр поддержки семьи – единственный в районе, где живет Илья, в то время как необходимы как минимум 2 таких центра. Наш центр – единственный во всем Нижнем Новгороде, в то время как необходимы как минимум 16. Даже по всей России таких центров всего несколько. Хотя необходимы 1200 таких центров, чтобы дать возможность развиваться каждому ребенку с особенностями. И чтобы у родителей была столь необходимая им поддержка. Мы только здесь поняли, что мы есть, нас любят, нас поддерживают. И мы счастливы, что этот центр есть. И другим тоже, конечно, желаем. Чтобы их тоже поняли, приняли, и чтобы им тоже было хорошо. В нашем центре поддержки семьи, а также в наших инклюзивных игровых парках дети учатся, общаются и заводят друзей. Мы дарим улыбки детям по всей России. Помогите нам сделать больше. Фонд «Обнаженные сердца». Каждый ребенок достоин семьи.